Здравствуйте, меня зовут Дарья. И сегодня мы вместе узнаем прогноз погоды на 3 июня. В столице Алтайского края ночью плюс 16, днем плюс 25. В Белокурихе ночью плюс 15, днем плюс 21. В Горно-Алтайске ночная температура плюс 12, дневная плюс 20. Теперь посмотрим, какая погода будет в нашем городе. В Бийске переменная облачность, дождь, возможно гроза. Ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23. 7 июня в 6 часов в городском дворце культуры состоится 6-й ежегодный благотворительный концерт «Мы вместе». Приглашаем жителей города посетить наше мероприятие.